Александр Федорович, ну вот, собственно, пандемия продолжается, но ты уже в офисе. Как проходили для тебя эти дни, как ты их проводил, что запомнилось, что было сложным, как выживал, как двигался вперед? Как и все россияне, наверное, как не просто россияне, даже как и люди всего мира, так же и мы выживали. Сначала на удаленке работали, вот, а потом уже, наверное, чувство страха этого вируса, наверное, не прошли, как у большинства людей. Там сначала там ходили все, шарохались стороной друг от друга, проходили. А сейчас уже, вот, можно даже видеть, у нас там вторая волна там идет в Европе, показывают, там весь Париж там в масках на улице все ходят. У нас уже на улице никого в масках там не увидишь. А что тебе дала трасса здоровья в это время? А это, наверное, было единственное, думаю, отдушина. Я считаю, и на сегодняшний день считаю, что это самое вот, правильное место для поддержания своего физического состояния. Когда встречаемся на трассе здоровья? Да, это самое правильное место, где нужно всегда встречаться. Не где-то там за столиком, а именно в лесу. Пожелание члена мужского клуба? Пожелание одно. Можно больше километров на природе преодолевать. Мы вот сейчас в этом году, сейчас 19-20 сентября, свой велопоход планируем двухдневный, два дня по 100 километров на велосипедах, там, с Белокурихи, Никольская, там, вот, собираемся соблюдать дистанцию, ехать друг от друга, там, подаль держаться, но преодолеть эти километры поедем. Все в тур и на трассу здоровья. Да, и на трассу здоровья, как можно больше двигаться в лесу, это единственный, наверное, способ поддержать свою форму, и другого места я бы там даже не знаю, где можно найти у нас тут. Мы, как ты думаешь, мы преодолеем пандемию или вот экономические проблемы нас догонят? Да, я думаю, они всегда догоняют и будут догонять. Но во все времена люди убегали от всех этих вирусов, которыми они сталкивались, и во все века и во все времена. И все равно человечество будет побеждать все эти вирусы и все. И поэтому, я думаю, как бы там тяжело не было, мы также сможем уйти от этой проблемы, решить ее. Поэтому вопрос только времени. Поэтому всем пожелаем здоровья, да, чтобы это каждый... Самое главное, это что, да, самое главное — оптимизм и веру в себя. Ну и не сидеть там... Сиднем, да. Там, а ходить на свежем воздухе, да, с палочками. Да, 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 у компьютеров там, а находить время и двигаться. Поэтому здесь и будем всем желать, не только там членам мужского клуба, там, наверное, и всем гражданам России там вот двигаться, еще раз двигаться. Это спасение вот, от всех проблем.